Также на форуме глава Якутии подписал дорожную карту проекта «Дети Арктики». Проект предполагает разработку для учителей кочевых школ современных образовательных программ и метод материалов на основе российского опыта и международных практик с учетом сохранения родного языка и культуры коренных народов. Планируется, что на первом этапе проекта проведут сбор и анализ информации о практиках и программах, реализуемых в сфере дошкольного образования для детей из числа коренных народов арктической зоны, а затем разработают проект образовательной программы и метод материалы для практического применения в образовательных учреждениях. Дорожная карта закладывает хорошую основу для комплексного развития в целом наших детей и в первую очередь поддержки, государственной поддержки, общественной поддержки детей нашими партнерами, включая не только образование, и здоровье, и отдых, и в целом развитие наших детей по многим направлениям.